Does that mean you have a briefcase when you come in? No. Джон Джонс должен драться со мной, если он хочет заработать огромную сумму денег, сказал Тайсон. Всем привет, вы на канале Бодимания. Майк Тайсон вызвал на бой Джона Джонса. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон сравнил гонорары в боксе и в UFC. Послушайте, UFC более популярный вид спорта, чем бокс, верно? Но боец UFC никогда не будет богаче первоклассного боксера. Чтобы заработать 100 миллионов долларов, Конору Макгрегору пришлось сразиться с Флойдом Мейвезером. «Джон Джонс должен драться со мной, если он хочет заработать огромную сумму денег», — сказал Тайсон. Звезды ТНТ штурмуют YouTube. Меня зовут Лена, и с тех пор, как мне исполнилось 30, моя мама хочет выдать меня замуж. Я не выйду замуж за двоюродного дядю, тем более он меня целовал. Вот. Значит, у вас уже что-то было. Смотри новый комедийный сериал от Елены Борщевой по ссылке под этим видео. Актуальный и острый юмор звезды с телеканала, захватывающий сюжет, но неприлично мало просмотров. Поддержи проект лайком и подпиской. Если ты смотришь Бодиманию, тебе обязательно зайдет этот формат. Скучаешь? Джон Джонс ответил на вызов Майка Тайсона. Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс согласился провести боксерский поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном, назвав при этом одно важное условие. После этого Тайсон должен провести с ним поединок по правилам смешанных единоборств. «Побоксирую с тобой на ринге, если пообещаешь мне провести после этого бой в октагоне. Я тебя очень уважаю, так что обещаю ничего тебе не сломать», — написал Джон Джонс в Инстаграме. Наше мнение, что в октагон Тайсон не выйдет по правилам ММА, но вот боксерский поединок с действующим непобежденным чемпионом UFC в полутяжелом весе — это будет очень крутое зрелище. Пишите свое мнение в комментариях, поддержите лайком. Всем пока! Подпишись на канал MMA Mania, ссылка в описании. Новый канал, где будет много крутых боев, которые не вошли в основные выпуски. What are you waiting for? Do it!